Как сделать курорт более привлекательным для гостей и местных жителей? Что сделать, чтобы каждый гуляющий по набережной мог чувствовать себя комфортно? Ответ прост – провести благоустройство одного из главных сочинских маршрутов. Центральная морская набережная является визитной карточкой города Сочи. Ее ежедневно посещает порядка 15 тысяч граждан. Реконструкция данной набережной запланирована в два этапа. Первый этап – это пляжная территория «Маяк», которая будет отреконструирована. Она предусматривает увеличение порядка 30 метров в море пляжной полосы, что приведет к отдыху населения более комфортному, чем сейчас. Сейчас проходит первый этап создания уникальных для региона берегозащитных гидротехнических сооружений на Приморской. Очень большая ответственность, так как в нашем регионе это первый проект строительства таких берегозащитных укреплений. После его реализации такой проект можно будет реализовывать на территории всего Краснодарского края. В рамках первого этапа вместо привычных бун будет возведено два глубоководных волнолома. Находиться они будут на расстоянии порядка 150 метров от берега, за пределами зон для разрешенного плавания. Изначально под будущие волноломы на глубине 6 метров будет уложена постель из камней. Далее на нее установят металлические каркасы, покрытые специальным антикоррозийным составом. Туда и будут укладываться 5-7-тонные бутовые камни – основа укреплений. Горожане задаются вопросом, чем плохи старые буны, с которых так любили прыгать в воду и взрослые, и дети. Замена бун на волновом обусловлена тем, чтобы береговая линия имела естественный вид. Мы уходим от нагромождения железобетона, который во многом сейчас разрушен, который травмоопасен. Было решено перейти на современные сооружения, которые не загромождают берег, а способствуют его очищению. На данный момент продолжается изготовление, завоз и сборка металлических каркасов. 3 из 18 уже готовы. К работе привлечены 4 плавательных средства и более 25 человек. Это водолазы, операторы кранов, экскаваторщики, матросы, боцманы и капитаны. Добавлю, что на курортный сезон текущие работы никак не повлияют. Местные жители и гости курорта могут спокойно гулять по набережной. Евгений Самборский, Валерия Осадчи, Евгений Химченко. Время новостей.